Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал. Продолжаем с вами проходить игру Resident Evil 3 Remake, которая вышла сегодня. А вы не забывайте, что ВКонтакте появилось сообщество под названием PlayStation News, где я ежедневно публикую самые последние новости из мира PlayStation. А также не забывайте подписываться на мой YouTube канал, где с сегодняшнего дня начинаю прохождение этой данной игры. Давайте переходить непосредственно к самой игре. С прошлым видео мы остановились с вами в кафешке «Сладкий пончик». Вот, добыли мы уже пожарный шланг, за счет которого мы потушили огонь в переулке. Далее мы добыли болторез, и за счет него мы теперь можем попадать в закрытые места, которые закрыты на цепь. Вот. Наша задача сейчас стоит добраться до электростанции и активировать там электроэнергию для того, чтобы запустить наш поезд метро, чтобы благополучно можно было отсюда свалить. Ну, давайте все теперь по порядку. Какой живучий. Проверим его. Да хорош, хорош, успокойся. Да успокойся, детка, ну хватит, ну что ты. Разошлась прям не по-детски. Что тут у нас, порох? Так. Вот здесь вот мы еще, по-моему, не были. Да, вот открываем вот эти вот закрытые места. Так, тело. Живое тело. Да, и в некоторых вот достаточно 3-4 пуль, а некоторые выдерживают и по 5. Но зато потом их не надо затыкивать ножом. Так, тут у нас вот тоже компания. Ну хорошо, что у нас здесь есть бочка, которую мы сейчас подзорвем и тем самым уничтожим эту гоп-компанию из мертвяков. Так, здесь патроны забираем. Что там у нас еще? Ручная граната РГД, хорошо. И патроны для дробовика, прекрасно. А это не сладкий пончик, а лунный пончик. Так, мы движемся сюда, 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 сюда и сюда. Понятно все. Итак, продолжаем наше движение. Давайте сходим на кухню. Вот. Кое-что здесь положим. И двигаемся дальше. Я, кстати, если кто не в курсе, обрезаю эти видео, где я непосредственно занимаюсь выкладыванием, ну то есть взаимодействие между мной и ящиком для хранения инвентаря. Вот, потому что бывает, я очень долго там копаюсь, думаю там, как правильно поступить, что нужно взять, что нам не нужно. И поэтому я сделал такую вот нарезочку, чтобы никто ничего недолго не ждал. Вот, кстати, этот переулок, в котором мы потушили огонь, и эта дорога нас ведет к электростанции. Так. Погнали. Автосервис, что ли, какой-то здесь. Так, болторез забираем, срезаем цепь. Так, здесь нужно оказать помощь парню из UBCS. Он, походу, заразился у нас. Вот тебе и раз. Какого черта? Он же был заражен.
возможно, заражен. Да. UBCS. Суровый мужик. Так, забираем патроны. Дерзкий парень попался нам, завалил своего чувака. Но с другой стороны, я считаю, что он правильно сделал это, так как от этого товарища ничего хорошего уже ждать не стоит. Со временем он превратится в зомби и будет доставлять нам массу неприятностей. Нашли мы его дневничок, он там занимается тренировочками. То есть к чему-то парень готовился. Так. Давайте сходим до туда, посмотрим, что там у нас. А у нас здесь, как обычно, трупик, патроны и дневник. Предсмертная записка. Очень много здесь сотрудников UBCC, UBCS. Блин, никак не привыкну. Вот. Парень описывает о том, что он не ожидал подобных действий со стороны зомби. То есть он прошел там много всяких военных действий, поучаствовал в военных конфликтах. И когда он столкнулся в Raccoon City с зомби, они его быстренько усмирили, как вы видите. Так, какая-то записка у нас на стене. Записка электрика. Прикольно, электрик оставляет записки тут на стенах для кого-то, непонятно. Ваш электрик Сэм. Прикольно. Так. Движемся дальше. Ой, о, у нас собаки. Попади, попади еще. Нормально. Ого. Охереть. Надо дробовик брать. Надо сожрать срочно что-нибудь. А то мне тренда придет. Ну, теперь точно надо сожрать. Ну, давай, пёсель. Хорош, первый пошел. Давай. Ух. Какой пятачина влажный бегает. Так, движемся дальше. С собаками разобрались. Надо было, кстати, сразу доставать дробовик и не возиться с ними. Потому что, блин, это, как вы видите, чревато последствиями. Собаки очень быстро перемещаются, а я и так стрелок не очень. В зомби толком попасть не могу, а уж в бегущих собак это намного сложнее. Так, двигаемся мы правильно. Нам нужно вон в ту красную дверцу. Давайте посмотрим, может быть, здесь что-нибудь есть для нас полезное. Ну, что-то тут ни шиша, ничего нету. Одна какая-то... А, вот, кстати, ящик. Порох. Есть еще порох в пороховницах, а ягоды в ягодицах. Так, объединить нам не с чем, да? Да, правильно, надо поменять кнопку быстрого доступа для оружия, потому что что-то не совсем удобно доставать ружье. Итак, мы уже добрались до подстанции, кстати. Так, здесь вот у нас еще товарищи разгуливают. Ой, отличный выстрел. Круши мозги. Теперь вот этого еще так же бы убить. Вообще, ну, виляет и виляет из стороны в сторону. Давайте ее затыкаем.
Гля-гля, ожила, ни хрена себе. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь в шкафчиках есть. Может быть, что-то полезное. Порох. И все. Достаточно. Так, здесь тоже ничего нет, походу, да? Поднимаемся наверх. А вот, кстати, красная травка, которую некуда положить. Давайте порох объединим. Сделаем себе патроны. Вот. Патроны, кстати, тоже можно объединить. И заберем травку. Да, больше ничего здесь нету. Комната с мониторами. А это, по всей видимости, комната управления. Да. Так, что тут у нас есть? О, подсумок, кстати. Чуть не прозевал. Нормально. Давайте сохранимся. И будем двигаться дальше. О, какой запах-то. Даже и думать об этом не хочу. Так, собираем травку. Записка. В записке, кстати, рассказывается о том, что если на вас напали... Ну ладно, я пока не буду спойлерить. Шкатулочка. А в шкатулочке что там у нас? Ну, я так предполагаю, что тут вряд ли камень. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Патроны. Все покрыто плесенью какой-то непонятной. Или это какая-то биомасса непонятная. В общем, разбираться и разбираться. Так. А вот, кстати, вот в этой записке нам говорится, что на самом деле лежит в этой шкатулке. В этой шкатулке лежат отмычки, так как ключи где-то профукали они и пользуются вот такими вот отмычками. Ну, для того, чтобы теперь открывать вот такие вот замки, у нас есть приспособление. Отлично. Оба-на. Слюни. Одни слюни. Бля, опасны вот эти вот твари. Бля, что-то мне в рот там наблевал, что ли, я не пойму. Мне аж самому поплохело. Фу. Да, он походу нас заразил, но... Так как мы с вами уже прочитали... записку, то есть, чтобы избавиться от паразитов, которые вселяют вот эти вот непонятные существа, какие-то тараканы или пауки, ну, даже не на... смесь мутантов-пауков, я бы так сказал. Вот, они могут вселять в нас паразиты. Для того, чтобы избавиться от этого паразита, нужно поскорее принять лекарство. Либо травку, либо спрей, вот, чтобы паразит изнутри нас не убивал, потому что если мы оставим его в нашем организме, то это приведет к нашей неминуемой смерти. Поэтому старайтесь... Вон он ползет, ты понял?
Да, из пистолета неудобно их убивать. Они очень шустрые. Бля, еще один прибежал, пока я рубильник включал. Капец он. Да гля, их сколько здесь. Охренеть, еще одного мне засадили. Да, надо пользоваться дробовиком. Все, паразита мы удалили. Сейчас она проблюется как следует. А, даже поблевать не дадут, блядь. Нападают со всех сторон. Давай, отдыхай. Так, нам надо зарядить ружье, то сейчас вдруг, откуда ни возьмись, появится это чучело. Так, вот еще один рубильник. Нам, кстати, надо включить 4 рубильника здесь. Вот, для того, чтобы активировать подачу энергии. Взять мы это не можем. Такая напряжная музыка. Блядь. Капец, они вообще на... со всех сторон нападают. Хорош. Куда ты, родной? Так, движемся дальше. Нам, по-моему, вот сюда надо. Да, сюда, потом налево. Вот, кстати, травка. Не, нам сейчас по прямой, и там будет рубильник, по-моему. Так, еще травка. Это хорошо. Если кому-то интересно, то я прохожу на средней сложности. То есть не на легком, не на сложном, а на среднем. Так, активировали третий рубильник. Сейчас полетят опять эти чувырлы. Вот они. Выползают. Так, нам надо вон в ту дверцу быстренько сейчас забежать. Ага, вон он ползет. Хитрый гад не стал нападать. Так, заходим сюда. Здесь ничего нету. Так, лестница, поднимаемся наверх. Давай, давай, давай. Так, что у нас здесь? Ящик. А в ящике патроны. Патроны пригодятся нам. Вот. Не помешало бы нам сожрать какую-нибудь лечебную хрень. Так как наша героиня чувствует себя немного хреновенько. Так, спускаемся. Блять. Торопился. Куда ты, говно? Так. Вот теперь точно надо что-то сожрать. Так, и вот последний, кстати, рубильник. Активируем. Бля, он выжил, сука. Вы что, охерели, ребята? Вообще жестко месит. Так, я уже запутался куда. Так, мне надо сейчас правильно, я двигаюсь вниз. Вот. Ой, отлично. Так, не туда, назад. Вот, теперь все правильно. Выбираемся отсюда. Так. Мы активировали 4 рубильника. Теперь осталось включить подачу энергии из главного здания.
Вон, рубильник основного питания, все правильно. А он как раз и здесь. Сожжем эту хрень. Херам. Отлично. Так, теперь возвращаемся в комнату управления метрополитеном. Точнее, в офис метрополитена. Нам нужно будет туда добраться поскорее. Подача электроэнергии сделана. Да, вон Карлос тоже нам говорит, что нам нужно именно туда. Так. Опа. А вот и о ком мы давно позабыли уже. Бля, она была, наверное, стрельнет в этот рубильник, чтобы его немножко это контузило. Вот здесь вот сейчас мы это и сделаем. Во. А теперь шьем отсюда побыстрее. Ой, удачный уворотик. И наверх. Отлично. Но он топает за нами. Так, ну сюда он вроде не заходит. Так, мы можем, кстати, использовать отмычки здесь. Лечебный спрей нам подходит. Так, надо бы, наверное, сохраниться нам. А тут что-то ситуация такая напряжная. Так, и сваливаем отсюда. Хера у него там размах. Да, спрей-то надо было мне с собой взять, наверное. Что-то все. Еще и эти говнюки. Поймал, блядь, своими щупальцами. Давай, 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 детка, давай. Беги, беги, беги. Я надеюсь, я попал в этого мудака. Так, кстати, есть возможность открыть. Кстати, вот это вот очень хорошо, то есть, когда ты что-то открываешь или открываешь свой инвентарь, то враги на тебя вроде как не нападают сзади там. Так, это тело уже здесь. Надо попробовать его обмануть. О, чуть не втащил, блин. Вообще он жесткий на самом деле. Хоть и писали про него, что он это. Ой-ой-ой, пуль кончились. Отвали, придурок. Аптечка у меня есть, я надеюсь. Да, спрейчик он есть. А вот и здание метрополитена. Точнее, офис метрополитена.
Вот здесь уже свет. Все нормально. Итак, нам надо с Redstone попасть на Fox Park. Если кто-то не понял, как разобраться с этой подачей, ну, проложение правильного пути, просто пользуйтесь вот этой вот схемой на самом деле. Такая же подобная схема расположена, если сейчас выйти вот из этого окна, она будет прямо напротив нас. Так, а, тут еще вот здесь есть замок, который мы не сняли со шкафчика. Отлично, спрей нам подходит тоже. Ситуация у нас сейчас напряженная. Итак, нам теперь нужно добраться до нашего убежища, чтобы попасть в вагон метро, чтобы уехать отсюда. Так. Вот. То есть мы сейчас выходим, и нам надо вон туда. То есть через лунный пончик, потом наверх, потом направо, через переулок и забегаем в убежище. Ну, с господцем. Твою мать, этот еще какой-то тут щупальцами на голове ожил. Иди в жопу. А, этот уже нас здесь ждет. Блин, вот здесь вот я неправильно сделал, надо было здесь, наверное, все-таки выстрелить в эту хрень, чтобы парализовать его. А иначе он меня сейчас заглушит опять. Втаскивает он, мам, не горюй. Чем там? Почему она, интересно, меня сейчас набежал, что он сделал? Глубоко вдохнул, что ли? Тут еще эти зомби. Блин, нам направо надо, не налево. Я уже сам пытаюсь сбежать от самого себя. Добраться до ящика. Так, у нас там есть еще спрей лечебный, да, это хорошо. Итак, остался у нас последний рывок. Этот черт постоянно нас преследует. Че, походу убил, да? Нет, живая. Давайте побыстрее отсюда свалим. Последний баллончик спрея используем. И валим отсюда на полных парусах. Вот, я думаю, надо после этого срочно сделать небольшую паузу. Чересчур он дотошный. Зомби. Да, я думаю, на этом я буду точно заканчивать свое видео. Хватит с меня. На одном дыхании все проходилось. А вы не забывайте, что ВКонтакте появилось сообщество с названием PlayStation News, где я ежедневно выкладываю самые последние новости. Сейчас появятся ссылочки для подписки. Вы также не забывайте подписываться на мой YouTube канал для того, чтобы поддержать меня и продолжать смотреть за моими прохождениями в данной игре. Ну а вам я желаю приятного времяпровождения и до скорых встреч в новых видео. Пока-пока.